Всем огромный привет! Это видео для всех совет просто души и от сердца. У меня моя свинка Нюша болела в декабре очень сильно. У нее была загазованная желудка. И вот нам, вот она, Нюшенька лежит. Вот она передает привет вам, да? Нюша, привет передает. И вот нам сказал врач, что свинки морские очень часто у них может загазоваться желудок, если они съедят, например, нитки. И поэтому всем свиноводам, начинающим, может быть, кто-то просто не знает, часто используют для морских свинок, ну, кто-то лежанки покупает, а у кого-то, если возможности нет, можно обычные шапки. Я люблю разные им шапочки покупать. Вот такая интересная скоморошья с тремя бубенцами. Так вот, самое главное с такой шапки – это удалить бубоны, потому что это нитки, свинки могут съесть, и все, вплоть до летального исхода, да, загазованность. Поэтому я сейчас все эти бубоны буду срезать. Мне не жалко, потому что я за безопасность своих любимцев. Вот такое короткое видео. Задавайте вопросы о морских свинках, что вам интересно, я с удовольствием вам расскажу. Сейчас я срежу эти три бубона. Ни в коем случае нитки, матушки, катушки ниток, либо какие-то просто нитки не оставляйте. Это очень опасно для морских свинок. Всем хорошего настроения, свинкам добра, любви, здоровья и тепла. Всем пока!